В Ноябрьске зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Причем на этот раз жительница города самовольно распрощалась с внушительной суммой денег. Так руководителю одного из предприятий города позвонил злоумышленник и сообщил, что ее муж, который в это время находился в командировке в Москве, совершил ДТП. Женщина решила, что супруг в столице набедокурил и, видимо, впав в ступор, пошла к ближайшему банкомату и перечислила 250 тысяч рублей на указанный преступниками счет. К сожалению, позвонить мужу и проверить факты дама догадалась только после того, как распрощалась с купюрами. По факту мошенничества заведено уголовное дело, а сотрудники полиции еще раз обращаются к ноябрьцам с просьбой быть благоразумными, не поддаваться на уловки аферистов и ни в коем случае не переводить деньги, не разобравшись в ситуации.